Снегопад и гололед парализовали движение и в Новосибирске этим утром. Яндекс.Пробки фиксировали максимальные 10-бальные заторы. При этом горожане утверждают, что коммунальные службы не переходили на усиленный режим работы. Во дворах АДО десятки специализированных машин оставались без движения, а мнения чиновников разделились. Если мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что в городе сложилась фронтовая ситуация, то директор департамента транспорта заверил, что дорожные учреждения справились с задачей. По мнению членов общественного совета при областном министерстве транспорта, гололед появился по вине самих же дорожников. Они не вывозят снег, а сразу пытаются расплавить его реагентами. ГОСТ не предусматривает такого понятия «каша». Каша в голове, я знаю, что такое. И, скорее всего, у наших дорожников муниципальных как раз в голове эта каша и находится. Сразу же после того, как снег перемещен в правую сторону проезжей части, в сторону лотка, необходимо удалять остатки наката. И только после этого приступать к борьбе со скользкостью. То есть в самом конце необходимо использовать песко-соляную смесь.